Сотрудники Государственной миграционной службы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приступили к своей деятельности в Карабахском экономическом районе. Поручение данной рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов направлены на обеспечение устойчивой реинтеграции проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей в азербайджанское общество и создание им возможности пользоваться покровительством азербайджанского государства. Сотрудники Государственной миграционные службы осуществляют деятельность, связанную с приемом на месте обращения о предварительной регистрации армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, и проведением в этой связи просветительских мероприятий, а сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения по определению социально-гуманитарных потребностей жителей. Прием обращения о предварительной регистрации для включения в процесс реинтеграции будет осуществляться сотрудниками Государственной миграционной службы в бывшем здании так называемой полиции, расположенном в городе Ханкенди. Также прием обращений для предварительной регистрации и сам процесс регистрации проводятся в электронном порядке посредством созданного Государственной миграционной службы с этой целью специального портала reintegration.gov.az. Деятельность сотрудников государственных органов в регионе позволит ускорить реинтеграцию проживающих в Карабахе армянских жителей в местное общество, а также повысить эффективность удовлетворения их социально-гуманитарных потребностей.